bilmem bu adam. Siz beni benzer. Siz komiksizliğe, siz tıkkalsız beni de güldürürsünüz. Bu kıyma. Bilinçli, dönem bilinç bir şeymiş hem çok oldu. Ona göre düğünle. Soğan katmayacağım. Я вчера блинчики пекла. Много да напекла. Процесс приготовления не стала показывать, снимать, вы уже видели, знаете. И вот с рисом. Лук жадный не буду класть. Не хочу. А парной рис тоже не кладу. И не нравится. Оно как-то по отдельности. А вот когда рисом вместе варится, получается связка. Чаще мимо маму показывайте, маленькая милая женщина сладко разговаривает. А я специям люблю. Я, да, все это... острое должно быть. У меня с красавицей маленькая. Это потому, что у меня турецкая кровь. Они этот острый любят. Бабушка меня сначала. Бабушка. Я не. Да. Чертезы. Она говорит, мэр маму с истерпи. О, Иисус! Что тогда? Специям ели? Ты пошел? Так говорят, и я говорю. Это гречка, с гречкой буду варить. Ай, ну по что из этой нарсус гермедики? Эй! А вот это, эвдекеля не любят, а я люблю. Вот это меня тоже шутишься. А что это? Спинки, да? Да, я с ним покупаю и вот куда душу решил. Я его покупаю и супчик варю, и вот так вот буду жарить. Я его люблю, особенно эти хвостики. Ой, да-да, как я их люблю. Я все там жарю, лук немножко, но все не без томата, потому что хорошо у вас томат. Вот так. Лук пожарим, и вкуснятина. Все нормально. Да. Томатик. А вот еще. Да, рассечетно. Вот, там везде. Туда. А, бублесмечен. Буфаште грима илеча. Браво же мен гатача. Это соган. И томат. Грима гречка. Подмигку.
Я вижу, видно, видно. Нет, чтобы они видели. Они тоже видят. Видите, рассыпчатые. Увидите на YouTube-канале, если что. Не только гречка. Да, кстати, если покупаете гречки, она немножко светлая, вы ее просто пожарьте, без ничего. Да, сначала промойте, потом... Обязательно, надо все группы мыть. И обязательно смотрите на YouTube-канале. YouTube-канал на Ютубе обновлен. Вот, лук пожарила. Значит, гречку не мойте. На них говорят, а то пошли Аллах мазгими. Нет, я сейчас перед Натальей говорю, сейчас говорю, Джан, я тебе сегодня не стыдно хороплямись. Еще что, а то еще при дерутся. Мои приставки. Клевые приставки, да. Не говори, не нужно, знаете. Не надо, томат тебе вчера был томат. Хорошо. Сегодня там. Карапуз. Что томат? Это помидор, помидор. Сегодня воскресенье, отдыхай. Мне отдыхать нельзя. У меня сколько у нас гостей. Я должна постоянно при движении. Это уже ходить. Я должна постоянно ходить, шевелить. Все. Еще чеснок готов будет. Встретимся попозже. 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 А вы пока оставайтесь на нашем YouTube-канале. Да. Где? Это прибавим. Вот. Эти билет. Тут гримады. Ага. Это фаршированный фарш с луком для гречки. Подвигу выпил. Я уже пробовала, она такая острая. Такой аромат, такой прям как острая, хлебом зашли. Хочется махнуть прям себе кусочка. Да, хлеб только недавно ел. Ой, нет, не созвучный был. Сейчас. О! Джан, я ревай. И все. Какие-то считанные.
камере. Подзим, беля-беля. Бах-пере. Следующая рубрика будет называться «Бах-пере». Горячий вам. Почему икру сеете? Не обожгись только. Бах-пере. Маленькая сладкая. Она сядет кушать бах-пере. Так и должно быть. Смотри, целует. Все. Смотрите полностью видео на YouTube-канале. Да. И обязательно подписывайтесь на мой YouTube. А я вот это. А я на это.